Друзья, доброе время суток. Середина лета. Жара до плюс 30 градусов. Температура воды превышает плюс 25. Сегодня буду ловить на спиннинг с мормышкой мирную рыбу. Карась в жару пассивный, поэтому делаю мормышку весом 0,18 грамма. В дробинку для поплавочной удочки вставляю крючок Овнер Тинкара 16 размера с отогнутым в середину колечком и проклеиваю суперклеем. Для более дальнего заброса использую леску Кол Макхилла Адвансед 0,09 мм толщиной. Она не имеет механической памяти и отличается повышенной разрывной нагрузки до 1,2 кг. Катушка Dive Exceller 2000 весом 185 грамм. Спиннинг Nano Zero SE с тестом 0,2-1,5 грамма, длиной 172 сантиметра и весом 52 грамма. Карася начинаю ловить на опарыша. Заброс 5-7 метров. Опускаю мормышку на дно, несколько рывочков и пауза. Карась в жару за приманкой гоняться не будет. Ну, и опа, сошел. Заранечка. Так легко. Что-то так потукало. О, есть. Есть. Что там так тягает? О, маленький карасик, но как он. О. Таранечка. Отправляюсь искать красноперку. На берегах ее нет. Она скопилась в начале озера, где втекает свежая вода, и температура на 2 градуса ниже. Веду мормышку толще воды, подергивая спиннингом.
меньше. О, хорошая уже рыбка. О, это уже карасик. Это уже карасик. Вот такой карасик. На мормышку. Постоянные поклевки красноперки на опарыша. Начинаю экспериментировать с силиконовыми наживками. Пробую танту, мотыль и силикон Беркли. Лучшие результаты на whitebait 0,8 дюйма с вкусом аниса. Периодически опускаю мормышки на дно и ловлю карасиков. Пробую отводной поводок с крючком и грузом 0,5 грамм. Моментально цепляется трава. Мормышинг рулит. Спиннинг в дугу от карасика на 100 грамм. Под вечер дождь, постоянно меняющийся ветер и торнадо до 5 метров высотой. Всем ни хвоста, ни чешуи.